В эфире прогноз погоды. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. Семнадцатое сентября на Руси был известен как Луков день. Женщины выкапывали лук, а поэтому праздник так и назвали – луковым. Об этом чуть позже, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. По Лексине градусник термометра покажет плюс 9, плюс 18. В Ефремове плюс 9, плюс 21. В Белеве плюс 11, плюс 19. В Новомосковске плюс 9, плюс 18. По прогнозам 17 сентября температура в Туле будет колебаться от 10 до 18 градусов по Цельсию. Переменная облачность, дождь, гроза. Влажность воздуха составит 67-76%. Ветер южный до 4 метров в секунду. Возможно, слабая геомагнитная буря. Следите за здоровьем. Верующие в этот день отмечают память иконы Божьей Матери, Неопалимая Купина. Считается то, что она является защитницей от пожара, одного из самых страшных бедствий для человека, особенно для русского, с его культом дома и домашнего очага. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и здоровы. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.